В управлении по вопросам миграции МВД Тувы 14 и 17 февраля пройдут дни открытых дверей. В рамках мероприятия все желающие смогут получить консультации от специалистов управления по вопросам в сфере миграции по оформлению заграничных паспортов как старого, так и нового образца. Также сотрудники подразделения окажут помощь в открытии личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг, расскажут, как подать заявление в электронном виде и проконсультируют по вопросам работы с порталом. Дни открытых дверей пройдут 14 февраля с 8:30 утра до 17:30. В этот день все желающие смогут проконсультироваться по вопросам оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов старого образца со сроком действия 5 лет. 17 февраля с 8:30 утра до 17 желающие смогут проконсультироваться по вопросам оказания государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового образца со сроком действия 10 лет. Кроме того, 14 февраля будут проведены консультации для иностранных граждан, желающих приобрести гражданство Российской Федерации.